Йоу, всех приветствую, канал «За гитару». Продолжаем наши разборы. Сегодня разберем песню группы «Психея» под названием «Небеса». Будем играть на акустике, строй гитары, дроп, би. Поехали. Фрагмент песни я вам уже сыграл, поэтому сразу переходим к разбору. Вступление немножко получается невнятным, но как получилось снять. Вступление. Такое немножечко невнятно, там Фео играет, то быстрее, то медленнее, ну как он любит. Поэтому примерно. Давайте сыграю. Разбираем вступление. В правой руке играется с палм-мьютом, вроде как, насколько я понял. В левой руке давайте аккорды. Значит, аккорд у нас B5. И открываем нижние струны, да, то есть указательный. Приподнимаем. Я думаю, вы уже знаете, как это сделать. Вот, но пока хотя нам не надо поднимать, потому что мы опять же здесь играем с палм-мьютом, да. Просто удары вниз, downstroke. Тут посчитаете сами, сколько раз. Потом следующий аккорд. Мы отпускаем пятую струну, указательный палец. И остается у нас четвертая и третья на четвертом ладу. Потом следующий аккорд, C5, сдвигаемся на полтона вверх. Вот здесь он играет какой-то перебор. Опять же, да, примерно по нижним струнам. Вот можно еще зажать, да, вот здесь как бы сначала отпускаем указательный, нижний струн открываем, потом зажимаем барре полное. То есть ну, что-то типа такого. И опять потом возвращаемся назад на аккорд B5. Вот такое вступление. Итак, двигаемся дальше. Первый куплет. Здесь, в принципе, аккорды такие же. Идут у нас до проигрыша. И здесь Фео играет сначала вот так. Сразу давайте сыграем. Мое небо снова окрасилось алым. На мольберте окна авангардом кровавым. То есть вот, да, на аккорде B5 держим. Потом опять у нас этот второй аккорд. Не знаю, как точно называется. Какой-то типа ля. Тут у нас нота, конечно же, не ля. Короче, без указательного. Снова задает вопросы, ответить на которые само не возьмется. И потом вот этот третий аккорд был у нас как во вступлении, опять C5. Мое небо снова меняет цвета. Ноля и креста. И вот тут уже начинается бой. И потом. Бой примерно такой. Ну, опять же, как обычно, типа восьмерочки. Вот это проигрывается, и потом уже меняется у нас гармония. Дальше, когда вот помощнее такой проигрыш начинается, если в электрической версии. Там у нас сейчас сыграю. А, там же он еще играет.
а потом... Так, ладно, давайте по порядку. Пауэр-аккорд на втором ладу с открытыми нижними струнами. Отыграем таким же боем. Проигрываем вот этот квадрат. Потом добавляем вот тут нижние струны на третьем ладу, первая, вторая струна. Зажимаем, этот оставляем. Баре здесь, да? Такой аккорд. Так, надеюсь, понятно. Потом далее аккорд D-sus 2, наш любимый. Третья на втором ладу, вторая струна на третьем ладу. Он там еще добавляет мизинчик на первой струне, третий лад, но вот эта вот фишка. Аккорд D можно тоже поставить. Думаю, понятно. Потом далее зажимаем на третьем ладу power. Тоже играем. Вот, это повторяется. И потом такая тема. На пятом ладу, значит, power аккорд. Два удара. Парам. И потом на второй. На второй лад. Так, хорошо, надеюсь, понятно. Далее у нас начинается второй куплет, и в нем аккорды такие же, как и были уже до этого. Просто играется сразу все боем. Давайте я вам сыграю, и все будет понятно. Поехали. Так, понятно, да, аккорды? Потом этот C5 и возвращаемся сюда. И далее, собственно, припев. Давайте сыграю тоже припев. Нет, припев надо вспомнить. Играю припев. И не могу напиться. Аж голова кружится. Разбиться. Лететь или разбиться. Так, что здесь в припеве? Значит, смотрим аккорды. На пятом ладу power. И еще добавляем вторую и первую струну на седьмом ладу. Такой красивый аккорд получается. Пальчик болит. Вообще похую. Бой опять же, да, такой же продолжается. Такой же. Потом смещаем на седьмой лад, указательный, а здесь у нас на восьмом будет. Тут у нас было, да, пятый, седьмой, и тут седьмой. А здесь будет пятый и восьмой. И потом на второй лад опять переходим. И не могу напиться. И потом все повторяется. Вверх, вверх.
аж голова кружится. Высь. И вот тут вот, когда уже высь, потом в конце припева первого переходим на такой аккорд. На восьмом ладу пятая струна, на десятом ладу четвертая струна, нижняя открытая, шестую заглушить. Лететь или разбиться. Как-то так припев я подобрал. Далее у нас третий куплет. Там все повторяется, соответственно. Потом что идет опять припев. Тоже все повторяется. И после припева там проигрыш будет. Он будет такой же, как был во вступлении, когда мы играли аккорды. Там, ну, в общем, вот эти аккорды, да? Только там как-то играет немножко перебор, но, в общем, послушайте. Ну вот, в общем, в таком стайле, стиле. Мы идем дальше. Дальше там опять припев. Такой тоже. Такой ласковый, да? И не могу напиться. В общем, по аккордам все так же. И что у нас? Концовка, да? Вот там у нас меняется гармония. Давайте попробуем сыграть. Наши флаги. Время разорвет нашу кладь. Примерно так. Давайте разберем, попробуем. Значит, что? Пауэр-аккорды на четвертом и пятом ладу. И здесь играем просто вниз. Потом четвертый, второй лады. И вот после второго лада я там сыграл немножко. Не помню как. Но после второго лада нужно пойти вот сюда, уже на другой аккорд. Такой аккорд тоже уже встречался у нас в песнях. От А до Я точно. Еще где-то был. А, значит, что здесь у нас? Пятая на седьмом ладу, четвертая на пятом ладу. И вторая вот он сначала играет на восьмом ладу. Как-то вот так примерно. На восьмом, потом на седьмой переходим. То есть бьем по басовым, да, вот. Блять. И потом далее. Вот такой аккорд. Типа. Ре, терция. На пятом ладу, пятая, на четвертом, четвертая. То есть получается. Вот, да, то есть пам, и потом сюда переходим на третий лад. Здесь еще зажимаем вторую струну на третьем ладу, и первую тоже он зажимает. Такой типа С9 у нас получается. И тут доиграем какой-нибудь переборчик. Вот. И опять. Время разорвет наши флаги.
То есть потом вот он сразу уже начинает петь, время разорвет наши флаги. После четвертого ту-ту-ту-ту. И потом вот па, и сразу идем на этот аккорд. Пам-пам. Ну и тут же повторяются опять эти аккорды. В принципе, надеюсь, понятно. И, конечно же, супер соло еще, да? Можно попробовать тоже немножко сыграть. Не получилось. Лох! Пидр! Почти. Да, ебать его в рот, блядь. Давайте разберем соло. Значит, сначала играет с палмьютом. По крайней мере, сначала с палмьютом, потом может отпустить. Может отпустить. Палмьют. Ох, артист! Ну и артист! Седьмой лад, первая струна. По два, да, та-та. Потом... третья струна, седьмой лад. Та-та-ту-ту. Потом пятый лад, вторая струна. И потом восьмой лад, вторая струна. Сыграли восьмой лад на второй струне. Далее играем пятый лад на первой струне. Потом... седьмой на третьей струне. И опять вторая струна, пятый лад. И восьмой лад, вторая струна тоже. То есть получается медленно. Давайте попробуем. Вот так. Надеюсь, разберетесь. Ну и там в конце доигрывается, да, вот эта вот штучка. Примерно, да, вот. Второй, третий. Тут у нас хаммер. Потом пулов. И тут тоже пулов. Два, три, два, ноль. Потом вторая струна на третьем ладу. Потом вторая ноль. Третья на втором ладу. Потом ноль третья. Четвертая на втором. Опять третья на втором. Ноль третья на втором и на четвертом. Ну там не так, конечно, поэтому это очень примерно. Можете сами что-то наимпровизировать. А, вот чуть по-другому сыграл. И опять... Ребята, на этом наш разбор подошел к концу. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Если что-то непонятно, также напишите в комментариях, попробуем с этим разобраться. Также пишите, что еще хотели бы увидеть в моих разборах, какие песни, какие группы. Постараюсь все учесть и со временем разобрать. Если есть возможность, поддержите канал рублем. Это очень важно для меня сейчас. Спасибо вам всем за внимание, за поддержку. Всего вам самого наилучшего и доброго. И до встречи. Пока.